Ну вот и наступила осень. 18 сентября 2021 года. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Сегодняшняя тема, короткая, насколько возможно, посвящена обзору технических сортов, которые выращиваются на нашем винограднике. Мы постараемся сделать короткий, беглый обзор, чтобы вы визуально увидели, как выглядят эти ягоды. Нужно отметить, что в мировой практике 90% всего винограда посажены именно технические сорта, и всего 10% только столовые. Людям нравится пить вино, людям нравится делать сок, и поэтому львиная доля – это технические сорта. Также для этого ролика мы предусмотрели тайм-коды для вашего удобства. Ну что, давайте смотреть сорта.
Интересно, что на некоторых сортах даже случайно мы оставили пасынки. И посмотрите, вот пасынковые гроздочки. Ну, понятно, что их нужно было вырезать, но оставили, что есть, то есть. Это был краткий обзор технических сортов, то, что мы испытываем на нашем участке. Надеемся, что информация была для вас интересная, ценная и полезная. Если понравилось, ставьте палец вверх. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Как обычно, хотим пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.